победой вас. Что скажете по поводу матча? Очень интересная игра. Вы видите, что бились обе команды, сражались. Я думаю, что болельщики получили искреннее удовольствие от игры, от технического исполнения, вот, напряжения игры. Ну и, как всегда, все решилось в 11-метровом. Вы жестко спросили с командой в перерыве. Вы сказали, что главное результат. Кто-то нет. Посмел сказать, что главная игра? Нет, все нормально. Все, что нужно, я сказал. Да. По поводу серии пенальти, как определяли, Валерий Георгиевич? Ну, в принципе, определяли только сами игроки, кто как был в каком состоянии. Поэтому да. Я спросил Аршавина, потом Пашу Погребника, Юру Журкова, всех, кто бил первую пятерку. Остальные уже, естественно, так сказать, вот, то, если одинаковое, то, естественно, было уже... Кто шел, уверен был, тот и пробивал. Поэтому первый пятерку определили, остальные они сами. Спасибо большое.